1 февраля на областном портале государственных и муниципальных услуг заработала услуга электронной записи в школу. Сначала сервис был доступен для 8 пилотных муниципальных образований. На сегодняшний день к нему подключили все Подмосковье, хотя планировали провести эту работу к лету. До июля идет запись в школы в соответствии с закреплением по территориальному признаку. С начала февраля было подано порядка 2000 заявлений через портал госуслуг. Сейчас, когда услуга работает по всей области, число заявлений будет расти. Учащихся Подмосковья начнут тестировать на наркотики после 7 апреля. Тестирование проходят дети от 13 до 18 лет в школах, колледжах, вузах. При этом на тестирование детей до 15 лет требуется разрешение родителей. Тестирование детей старше 15 лет проводится на добровольной основе. Видновский поэт Арат Мустафин одержал победу во всероссийском литературном конкурсе «Музыка слов». Участие в конкурсе приняли более 4000 человек, из которых лишь 100 стали финалистами, а трое – победителями. Среди лауреатов конкурса автор стихотворения «Солнце апельсин» Айрат Мустафин из города Видное. Произведения финалистов войдут в итоговый поэтический сборник, выход которого из печати запланирован на август 2016 года. Видные зимние наши. Под таким названием пройдет районный спортивный праздник 21 февраля в 11 часов во Дворце спорта Видное. В мероприятии примут участие легендарные спортсмены и тренеры, представители спортивных команд городских и сельских поселений, жители и гости Ленинского района.